События, о которых пойдет речь, произошла зимой 43-44 годов, когда фашисты приняли зверское решение использовать воспитанников Плотского детского дома номер 1 как доноров. Немецким раненым солдатам нужна была кровь, где ее взять? У детей. Первым встал на защиту мальчишек и девчонок директор детского дома Михаил Степанович Фаренко. Конечно, для оккупантов никакого значения не имели жалость, сострадание и вообще сам тот факт такого зверства. Поэтому сразу было ясно, это не аргументы. Зато весомым стало рассуждение, как могут больные, голодные дети дать хорошую кровь. Да никак, у них в крови недостаточно витаминов или хотя бы даже того же железа. К тому же в детском доме нет дров и выбиты окна, очень холодно, дети все время простужаются, а больные, какие же из них доноры? Сначала детей следует вылечить и подкормить, а уже потом использовать. Немецкое командование согласилось с таким логическим решением. Михаил Степанович предложил перевести детей и сотрудников детского дома в деревню Бельчины, где находился сильный немецкий гарнизон. И опять-таки железная бессердечная логика сработала. Первый замаскированный шаг к спасению детей был сделан, а дальше началась большая тщательная подготовка. Детей предстояло перевести в партизанскую зону, а затем переправить их на самолете. И вот в ночь с 18 на 19 февраля 1944 года из села вышли 154 воспитанника детского дома, 38 из них воспитатели, а также члены подпольной группы «Бесстрашные» со своими семьями и партизаны отряда имени Шосса, бригады имени Чапаева. Ребятишкам было от 3 до 14 лет, и все молчали, боялись даже дышать. Старшие несли младших, а у кого не было теплой одежды, завернулись в платки и одеяло. Даже 3-летние малыши понимали смертельную опасность и молчали. На случай, если фашисты все поймут и отправятся в погоню, около деревни дежурили партизаны, готовые вступить в бой, а в лесу ребятишек ожидал санный поезд. Очень помогли летчики. В роковую ночь они, зная об операции, закружили над Бельчинами, отвлекая внимание врагов. Детишки же были предупреждены, если вдруг в небе появятся осветительные ракеты, надо немедленно садиться и не шевелиться. За время пути колонна садилась несколько раз. До глубокого партизанского тыла добрались все. Теперь предстояло эвакуировать детей за линию фронта. Сделать это требовалось как можно быстрее, ведь немцы сразу же обнаружили пропажу. Находиться у партизан с каждым днем становилось все опаснее. Но на помощь пришла 3-я воздушная армия. Летчики начали вывозить детей и раненых, одновременно доставляя партизанам боеприпасы. Было выделено 2 самолета, под крыльями у них приделали специальные капсулы-люльки, куда могли поместиться дополнительно несколько человек. Плюс летчики вылетали без штурманов. Это место тоже приберегли для пассажиров. В общем, в ходе операции вывезли более 500 человек. Но сейчас речь пойдет только об одном полете, самом последнем. Он состоялся в ночь с 10 на 11 апреля 44 года. Вез детей гвардии лейтенант Александр Мамкин. Ему было тогда 28 лет. Уроженец села Крестьянское Воронежской области. Выпускник Орловского финансово-экономического техникума и Балашовской школы. К моменту событий, о которых идет речь, Мамкин уже был опытным летчиком. За плечами не менее 70 ночных вылетов в немецкий тыл. Тот рейс для него в этой операции назывался «Звездочка», не первым, а 9-м. В качестве аэродрома использовалось озеро Вечелье. Приходилось спешить еще потому, что лед с каждым днем становился все тоньше. В самолет Р-5 поместилось 10 ребятишек и их воспитательница Валентина Латко и 2 раненых партизан. Сначала было все хорошо, но при подлете к линии фронта самолет Мамкина подбили. Линия фронта осталась позади, а Р-5 горел. Будь бы Мамкин на борту один, он бы набрал бы высоту и выпрыгнул бы с парашютом. Но он летел не один.
и не собирался отдавать смерти мальчишек и девчонок. Не для того они, только что начавшие жить, пешком ночью спасались от фашистов, чтобы разбиться, и Мамкин вел самолет. Пламя и добралось до кабины пилота. От температуры плавились летные очки, прилипая к коже. Горела одежда и шлемофон. В дыму и огне было плохо видно. От ног потихоньку оставались только кости, а там за спиной летчика раздавался плач. Дети боялись огня, им не хотелось погибать. И Александр Петрович вел самолет практически вслепую, превозмогая адскую боль. Уже много сказать, без ноги, но по-прежнему крепко стоял между ребятишками и смертью. Мамкин нашел площадку на берегу озера, неподалеку от советских частей. Уже перегорала перегородка, которая отделяла его от пассажиров. На некоторых начала тлеть одежда, но смерть, взмахнув над детьми косой, так и не смогла отпустить ее. Мамкин не дал, все пассажиры остались живы. Александр Петрович совершенно непостижимым образом сам смог выбраться из кабины. Он успел спросить: «Дети, живы?» и услышал голос мальчика Володи Шишкова: «Товарищ летчик, не беспокойтесь, я открыл дверцу, все живы, выходим», и Мамкин потерял сознание. Врачи так и не смогли объяснить, как мог управлять машиной, да еще и благополучно посадить ее человек, в лицо которого влипались очки, а от ног остались одни кости, как он смог преодолеть боль и шок, и какими усилиями удержал сознание. Похоронили героя в деревне Маклок в Смоленской области. С того дня все боевые друзья Александра Петровича встречались уже под мирным небом. Первый тост выпивали за Сашу. За Сашу, который с 2 лет рос без отца и очень хорошо помнил детское горе. За Сашу, который всем сердцем любил мальчишек и девчонок. За Сашу, который носил фамилию Мамкин и сам, словно мать, подарил детям жизнь. Знаете, люди, что вы потомки воинов бесстрашных. Знаете, люди, что кровь течет в вас великих героев, отдавших за родину жизнь, не помыслив о благах. Знаете и чтите, люди, подвиги дедов и отцов. Воспоминания воспитательницы детского дома Валентины Степановны Латко. План операции по спасению около 200 детей и взрослых из детского дома был детально спланирован в штабе Липецкого партизанского соединения. Операция получила название «Звездочка». Эвакуировать детей нужно было срочно, так как немцы к осени 43 года стали проявлять особый интерес к Полоцкому детскому дому. Комендант города Демель интересовался количеством воспитанников, их возрастом, здоровьем, национальностью. Партизанская разведка узнала, что детей планируют использовать донорами для раненых немецких солдат и офицеров. В детском доме было много малышей, нести их пришлось даже на руках. По договоренности с Москвой в день эвакуации над бельчанами несколько раз пролетел советский самолет, отвлекая немецкие гарнизоны. Операция была проведена под покровом темноты и прошла успешно. Детей привезли в партизанскую деревню Емельянки, немного подкормили и перевезли в деревню Ушачу, а потом самолетами и на Большую землю. Доставить детей на Большую землю было поручено опытным летчикам Дмитрию Кузнецову и уроженцу хутора Крестьянского Репецкого района Мамкину Александру Петровичу. За их головы гитлеровское командование обещало большое вознаграждение в размере 50 тысяч марок, поместье с большим наделом земли и крестьянами, а также большой орден «Железный крест». Валентина Степановна вспоминает, что прежде чем совершить полет, Александр Петрович Мамкин пришел познакомиться с детьми, подбодрить. Обращаясь к Валентине Степановне, он сказал: «Не беспокойтесь, все будет хорошо, я вас благополучно доставлю на Большую землю. Прекрасно понимаю, что везу детей, сам рос сиротой. Обещаю вам сделать все возможное, чтобы детей доставить на место невредимыми». Александр Петрович обучил старшего мальчика Володю Шишкова, как открывать люки и производить высадку пассажиров.
Затем поместил Володю в задней кабине, а Валентину Степановну и 9 детей в фюзеляже, двух раненых партизанов в кассетах, похожих на торпедные аппараты. Володя Шишков, сидевший в задней кабине, потом рассказал о том, что было в воздухе. Неожиданно впереди вспыхнуло пламя и оборвало шум мотора. Видимо, снаряд перебил бензопровод, и двигатель начал гореть. Пламя все ближе к кабине, огонь и едкий дым мешали ориентироваться. Александр Петрович также еще и был ранен в руку. Одежда на пилоте горела. Нечеловеческие условия нужно было сделать, чтобы посадить самолет. Тишина и огонь – это все, что увидела Валентина Степановна, когда вылезла из люка, который открыл Володя Шишков. Он сказал, что Александр Петрович Мамкин, теряя сознание, успел крикнуть: «Бегите от самолета!» Ох, как и пригодилось то, чему учил ребят на тренировках перед полетом пилот Мамкин. Быстро высадили малышей и побежали в темнющий лес. Только добежали до леса, и самолет взорвался. Когда нашли Александра Петровича Мамкина, он был без сознания. На нем еще в некоторых местах горела одежда. Он был отправлен в госпиталь. Спасти летчика не удалось. Его похоронили в селе Чухинино. В 50-х годах прах летчика перенесли в город Вележ Смоленской области и перезахоронили на мемориальном воинском кладбище на Ледовой горе в братской могиле воинов советской армии, павших смертью храбрых в борьбе с немецко-фашистскими оккупантами. На озере Балныря, на месте, где произвел посадку самолет Александр Петрович Мамкина, скромный монумент, на нем выделено: «Товарищ, помни, здесь 12 апреля 44 года в 3 часа утра летчик 105-го гвардейского авиаполка Александр Петрович Мамкин совершил подвиг, погибая сам, спас 13 человек, детей и партизан. Вечная слава герою». Вот такая вот история, друзья. Мне было ее тяжело читать, слезы наливались. Так что пишите свои комментарии, оценивайте.